Всем привет, с вами Влад, это очередное видео по игре Last Dinner Survival. И это видео по 18 сезону. Не забывайте подписываться, ставить лайки, обязательно отправляйте это видео другу и, конечно же, погнали. Итак, ребята, у нас появилась новая зацепка. Напавшие рейдеры не могли уйти далеко. Скорее всего, они разбили лагерь где-то в окрестностях. Стоит наведаться туда и узнать, почему они ищут старого Ника, но действовать нужно скрытно. Интересно, интересно. Окей, беру зацепку, теперь смотрим задание. Понятно, я как всегда забываю забрать подарочек. Что же нам дадут в этот раз? Смотрим. Так, винчестер, гвозди, кожа. Я, наверное, выберу железную трубу. И ресурсы, которые я не выбрал, отправляются ко мне на склад. Волчья ягода, на празднике я делаю особый коктейль, пожалуйста, принеси ягоды из соснового бора. Окей, хорошо, зима близко, нужно заготовить дрова к праздникам. Этот бар нужно как-то отапливать все это время, хорошую древесину можно найти в сосновой роще, неподалеку. Окей, ребят, беру также и это задание, но сначала я, конечно же, отправлюсь выполнять зацепку. А уже потом я примусь за выполнение обычных заданий. Вышел я, значит, на глобальную карту, и у нас здесь появилось новое событие. Здесь разбили лагерь рейдеры, напавшие на Фреда. Окей, смотрим, что это за событие. Выглядит как база выжившего, и называется это событие лагерь рейдеров. Окей, давайте туда отправимся и посмотрим, что же там есть такого интересного. Так, ребят, я зашел на локацию, здесь рейдеры стоят, и чем же все закончилось? Откуда столько подарков? Так... В тачке оказался не старый Ник, а какой-то пьяный дурак. Он разбил свой фургон и отключился, а мы забрали все добро. Ах, вот кто подарки все украл. Теперь понятно, так вот откуда столько подарков. А почему шеф так недоволен? Потому что они как бы не старого Ника нашли, да? Нам не заплатят, заказчику нужен был Ник, а мы нашли не того. Подарки мы ему тоже не отдадим, они наши. Нифига себе, они хитрые, конечно. В принципе, разговор я их послушал, и теперь можно их убивать. Не знаю, выпадет ли с них что-то или нет. Стоп, а почему я ему по стелсу нанес всего лишь 17 урона? Я ему должен был снести намного больше, то есть по стелсу, когда ты бьешь чела какого-то, то у тебя урон увеличивается в 3 раза. Не знаю, почему на этой локации не подействовала такая тактика на рейдера, но да ладно. Сейчас давайте я этого рейдера по стелсу ударю. И тоже, как видите, всего лишь что я снес 16 хп этому челику. Что за фигня происходит, я не знаю. Тихо, он по 30 хп мне наносит. Нужно срочно надеть броню. Хорошо, что я взял второй комплект брони, потому что если бы я просто не взял еще одну броню, то, наверное, меня бы уже здесь убили рейдеры. Либо же я там с почты доставал броню, и так далее. Это все как-то невыгодно, потому что лучше оставить лишние ресурсы на почте. Так, окей, этот домик немного похож, похож на домик из фермы. И здесь у нас в сундуке гирлянды лежали. Окей, хорошо, открываю следующую комнату. Эй, я же просил оставить меня в покое, да иди нафиг отсюда, у него даже брони нет. Рейдер еще называется. Окей, ребят, давайте выйдем из этого домика и посмотрим, что там у нас еще такого интересного может находиться. Нифига себе, клетки какие-то, мне плевать, что это был не старый Ник. Работа была сделана, Ринч нам заплатит, найдите его. Так, стоп, подарки можете поделить между собой, это вам на Рождество. Так, их трое, я не знаю, смогу ли я их убить. Вроде бы хилы есть, броня есть, оружие есть. Не знаю, как-то это рискованно будет. Хотя, в принципе, у них оружие ближнего боя, давайте я уже наконец попробую их убить. Стоп, а это кто? Тупо зомби в клетке стоит, ладно. Получай. Начинаю убивать этих рейдеров, пока что все идет по плану. Минус первый рейдер, и теперь мне нужно убить еще двоих. Получай на мачете. Главное не забывать хилиться, отлично. Минус второй, и сейчас я убиваю третьего. Так, хил. И добиваю рейдера, отлично. Газовый баллон, серьезно? Давайте попробуем его взорвать. Нифига себе, он сразу с одного удара, взрывается. Так, он взрывается, да, ребят, он взорвался и ничего не произошло. Вы поняли, ребят, я, короче, затупил, там надо было согреть рейдеров оставшихся и подорвать их просто. Давайте я уже золотаю оставшиеся сундуки на этой локации, может быть, найду что-то интересное, смотрим. Да, ребят, тут гирлянды есть. Это хорошо, я не знаю, можно ли убить зомбарей, которые находятся в клетке. Видимо, нет. Ладненько, давайте залутаем вот этот вот ящик. Здесь, я думаю, ничего интересного не будет. Стоп, еще рейдер? Я их уже всех на этой локации перебил. Что за фигня происходит? Получай кувалдой, на. У него остается 4 хп, и я добиваю этого рейдера. Теперь по стелсу идем аккуратненько на этого рейдера, только тут уже нужно взять мачету.
И теперь, конечно же, убиваю этого рейдера. Получай, на! Убил я, значит, этого рейдера, теперь лутаю фургон. Надеюсь, здесь будут какие-то гирлянды или что-то типа того. А еще я надеюсь, что никакие рейдеры не помешают мне его залутать. Что? Здесь еще и глок был? Он, конечно, не целый, далеко не целый. Но спасибо, конечно, разработчикам за половину глока. Теперь что будет в этом чопере? Так, ну вода, консервы, в принципе, такой себе лут. Я думал, здесь будут гирлянды, там вот это все. Но здесь оказался не очень прикольный лут. Что же будет во втором чопере? Ну, наверное, тоже фигня. Да, ребят. Обычные ресурсы, которые можно найти на обычных локациях. У меня возле моего никнейма написано, чтобы я возвращался в бар. Ну и окей, я уйду с этой локации. Стоп, здесь еще рейдер остался. Окей, ладно, я его убью, хоть и не получу с него никаких ресурсов. Но зато теперь можно спокойно уйти с этой локации. На локации сосновая роща мне нужно срубить всего лишь 5 деревьев. Это на самом деле очень легкое задание, и я его, думаю, выполню где-то за минуту. А ловко это придумал, вначале я даже не понял. Слушай, молодец, Робертсон, мне нужны его глаза. Земля одного нога не открывай, никогда не открывай. Отлично, ребят, я выполнил задание. Ребят, в сосновом бору задание намного легче, чем предыдущее. Чтобы выполнить предыдущее задание, мне нужно было скрафтить топор. Потом находить деревья, потом их срубить надо было еще. А в этом задании тебе просто нужно собрать ягоды. Я уже собрал один куст с ягодами, и посмотрите, какой джекпот. Я сразу нашел еще плюс 4 куста с ягодами. Окей. Собираю еще здесь ягоды, и теперь собираю ягоды на краю карты. Я нахожусь на локации под названием Бар Конечная, ну и давайте я, конечно же, заберу награду за зацепку, а также за задание. Получить награду и еще раз получить награду. Ваш инвентарь полон. Не понял. Но ок, удалю пиво, у меня его все равно на базе много. Удалить и теперь, конечно же, забираю награду за задание. Рейдеры выслеживали старого ника по заказу Грегори Ринча. Я видел его в первый день, он был пьян и вел себя вызывающе. Будет несложно узнать, где он живет. В общем, ребят, мы еще на шаг приблизились к цели найти Ника. И я надеюсь, в скором времени мы его найдем.